Поспешим, говорит Фриз. Доктор Икс что-то стоит на... Нет, все нормально, пошел, хорошо. Какой-то замесик. Поспешим. О, меч, все-таки меч. Уже близко. Солдаты вступают в бой. Так, ну что, и в итоге я предложил ФБ на мече сделать, и никто... Пошел. Что значит умолкни? Это моя битва. Изумячу. Первая кровь. Ты в ледяной ловушке, слышь, меч? Но тень так и не хочет выходить. Это моя битва. Ребята, походу, дела не понимают, что если его в самом начале не прижать тут, он меня потом заколебет своим отхилом. А я думаю, что реально имбовый какой-то персонаж. Кем там амазонку загнобил? Какой, кстати? Ой. Если там кем-то. Теперь я понимаю, почему он загнобил. Ну, пришла хилка, теперь его отхиливают вообще. Всем посрать. Зашибись. Ладно, играем. Опять мне терпеть одному. Хотя у нас в команде прекрасные просто гангеры есть. ВДВ с тенью. О, ВДВ очухался. Давай, беги, беги, беги. Это моя битва. Отлично. Истреблю. Идут холода. Череда покалечу. Не, когда ему помогают, все нормально. Но поначалу он очень, очень печальный. Это моя
Вот это меч просто доигрался на самом деле. Вообще я не убиваю. Сейчас сдадутся, походу, дела, ребят. Это моя битва. Кен там просто ПКД аму насилует. Ну, 55 это не отхил совершенно. А вот в этой штуке 276. А, нет, вернулся. Да что там происходит? Это было... Я даже не знаю, ребят, такой бы подсрачник просто. Ой-ой-ой-ой. Седьмой гром пришел. Сейчас, подожди, гром, 30 секунд. Может его сюда затащить? Громика. Где-то он там разогнался. Гром, ты где? Вот он. Ах ты жопа, а? Это же надо было, а? Он уже знает, что ли, об этом? ВДВ в чужом лесу там с кем-то дерется. С мечом. Поиск пути. Офигенный поиск пути. Гром-гром-гром где-то. Не-не-не-не. Пока. Не, ребят, это не имба. Просто видите, что это перекач. Это просто жесткий перекач. Естественно, 15 уровень заберет 9, 8 там без проблем совершенно. Сейчас игра идет как в предыдущем бою, с точностью наоборот. Хотя я не знаю, буду я выкладывать прошлый бой 10 минут. Кто там несущий смерть? Амазонка кормит? Я не понимаю этого, на самом деле. За это надо как-то наказывать, я считаю, что когда персонаж вот начинает отдаваться по КД, то есть как-то в игре проверять, то есть если персонаж вышел, ну, ожил, да, через несколько... Там, через минуту, или меньше, чем через минуту, он умер,
то все, значит, он кормит. И, точнее, если это повторяется несколько раз подряд. Вот сейчас амазонка умерла. Сейчас она вернется. И сразу же умрет. Вон она пришла опять на лайн. Вот, сейчас умрет. Второй раз это повторилось. Или какой? Или третий раз уже. Если это повторяется три раза подряд, это уже явно не случайность. Пойти что ли с ребятами подраться? Пойду действительно. Че париться? Да блин, только к ним пошел. Ну, в общем, систему банов вести элементарно. Просто этим никто не хочет заниматься, насколько я понимаю.